Осень – время теплых и уютных вещей, время теплых встреч со своими родными, близкими, сотрудниками, с нашими дорогими детьми, с нашими дорогими внуками. Вещи, сшитые своими руками, излучают теплоту и любовь. Что я хочу сказать? Шейте с нами! Создайте вместе с нами целый гардероб удобной одежды. Стильные шорты, в которых можно ходить на работу, встречаться с друзьями или вечером отдохнуть с семьей. И теплый кардиган – отличное решение для осени. Этой осенью мы предлагаем вам сразу несколько комплектов современной стильной одежды. Я думаю, каждая из вас сможет выбрать что-то для себя, своих дочерей и даже для своих заказчиков. Для создания образов мы отталкивались от вас, большой семьи модных практик. Вы можете приобрести все комплекты курсов, а можете создать свой собственный. Не бойтесь экспериментировать и шейте вместе с нами. Мы подготовили для вас два новых полноценных курса. Первый из них – это комплект курсов «Шорты 3 в одном». И второй – моделирование и пошив кардигана из ладена. Шорты – отличный способ быть стильной в любой сезон. Теплые для осени и зимы, легкие для лета. Наш комплект курсов поможет быть вам стильными и всегда красивыми. Комплект курсов состоит из трех шорт. На основном курсе вы научитесь делать основные шорты, строить конструкцию, правильно кроить, располагать долевую нить. Вы научитесь делать всю поузловую обработку, вы научитесь правильно кроить подкладку, вы научитесь правильно ее укреплять, вы научитесь делать пояс, вы научитесь делать шлевки, вы научитесь делать карманы. И у нас для вас есть подарок. Вы научитесь делать вот такой великолепный карманчик с листочкой, который является дополнением к основному курсу. Благодаря нашему дополнительному блоку вы научитесь делать прекрасные отвороты на шортах, научитесь выполнять технологично эту операцию, и думаю, что этот урок поможет очень многим. Один из дополнительных блоков посвящен вот таким прекрасным шортам, которые вы все давно знаете. Я очень много раз уже их показывала на канале, и у меня они называются шортики в юбочке. На самом деле это шорты с отлетной деталью, которая вшивается в боковой шов. Посмотрите, как красиво. В этом блоке мы показываем, как раскроить эту деталь, как заготовить и как соединить с шортами. Я думаю, что любая из этих моделей подойдет для всех жизненных ситуаций. Для праздника прекрасно, для зимы, для встречи, вообще куда угодно, абсолютно. И также по этой выкройке вы сделаете огромное количество очень модных шорт. Кто-то будет себе делать клубные шорты, кто-то летние, кто-то какие, кому какие нужно. Ну и я хочу добавить несколько слов, что шорты можно изготавливать из шерсти, как на нас сейчас, изо льна, из хлопка, из кружевов, из кожзаменителя, из натуральной кожи, абсолютно из чего угодно, смотря какую цель вы преследуете. Абсолютно из любого материала можно шить шорты. Мы сделали комплект шорт осенне-зимних. Вы же сами будете выбирать себе, на какой сезон вы будете шить шорты, для какого случая, из какой ткани, какой длины, потому что шорты могут быть от супер-мини-коротких до вот таких, как у нас до колена. Каждый будет выбирать себе сам то, что нужно ему. Мы рады познакомить вас с еще одним видеокурсом, который называется «Моделирование и пошив кардигана из ладена». В этом курсе мы очень подробно показали вам, как работать с ладеном, как изготовить швы путем наложения, как делать открытые срезы, как работать на распошивалке, на распошивальном оборудовании, и вы абсолютно точно научитесь шить подобные ладены. Тот кардиган, который сейчас на нас, он выбран не случайно. Он выбран потому, что для того, чтобы как можно больше показать вам детали, как можно больше сделать швов, как делать подгибку, как делать карманы, как делать кокетки, как делать вот такую прекрасную стойку. И, конечно, я хочу сказать, ладен – это благодарный материал, с ним очень приятно работать. Он очень хорошо поддается утюжке, и все, что что-то там кажется не получается, утюжком только вот так коснулся, и он прекрасно принимает ту форму, какую необходимо. Этот ладен мы использовали из нашего тканевого бутика.
Ну, а я хочу рассказать со своей точки зрения, что ладенов предлагается в продаже огромное количество, в очень разных составах. Этот ладен очень приятен тем, что здесь 50% шерсти, 50% вискозы. Во-первых, нет синтетики, он не скатывается, ничего с ним не происходит. Во-вторых, он не такой колючий, и не такой жаркий, как 100% ладен. Он мягкий, очень податливый и очень хорошо поддается формообразованию. Именно этот кардиган смоделирован от базовой основы 10 мерок, но его также можно строить с цельнокройным рукавом и так далее. Огромное количество вариантов. Сильная белая рубашка или блузка, как и маленькое черное платье, необходимо любой женщине. Мы перед вами стоим в белом цвете, но вы прекрасно понимаете, что и блузки, и рубашки могут быть исполнены из любой ткани, любого цвета, с любой длины рукавами и так далее. То есть вы будете выбирать сами. Это абсолютно универсальная одежда, которая служит базовой основой любого гардероба. Вы видите на нас великолепную белую рубашку в стиле мужской, прекрасную блузу с рюшами и простую хлопковую блузу. Эти курсы мы создавали для вас, женщин деловых, стильных и любящих жизнь. Я верю и знаю, что любая из нас, чем бы она ни занималась, независимо от возраста, имеет право быть красивой и счастливой. Шейте вместе с нами, будьте разнообразными!